Добрый вечер, дорогие подписчики и гости моего канала, с вами Альберт. Вот такие новости на 29 января 2022 года. Как сообщает администрация края, в этом году в Геленджике откроют культурно-развлекательный центр стоимостью 3 миллиарда рублей, который будет находиться в северном микрорайоне города. Этот центр площадью более 14 тысяч квадратных метров сможет принимать культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. В нем откроют два зала на 1600 и 300 мест, конференц-зону и ресторан. Инвестором проекта выступила корпорация развития «Геленджик-2035». Проект создают по принципу зеленых технологий. Здание оборудуют солнечными батареями, зарядными станциями для электромобилей. Предусмотрен раздельный сбор и сортировка отходов. Завершить строительство планируют в четвертом квартале. На сегодняшний день завершили основные монолитные работы по устройству каркаса и кровли. Сейчас оборудуют наружные и внутренние инженерные коммуникации, производят отделочные работы и обустройство фасада, сообщил заместитель генерального директора корпорации Александр Ветров. Прекрасная новость. Очень надеюсь, что там откроют многозальный кинотеатр. А то в Геленджике пока один кинотеатр, который расположен в центре города. А на этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол. До завтра.